Продолжаем выпуск информации от пресс-службы ОВД. Сотрудники полиции взяли под стражу наркокурьера. Подозреваемый в сбыте раскладывал по городу свертки с героином. Прямо сейчас о его задержании. Слово Евгении Цветковой. Так, вот обратите внимание, граждане понятые. Нет, это не мой. Я в отказ иду. Полимерный сверток, перевязанный ниткой зеленого цвета. На кадрах процесс задержания. При досмотре у подозреваемого находят сверток с комкообразным веществом кремового цвета. Поначалу мужчина идет не со знанку, но при обыске в доме полицейские обнаруживают еще 12 таких же заначек для продажи. Задержанный прятал их у себя на участке. Эти свертки – так называемые закладки с наркотиками. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством героином. Кроме того, при обыске у подозреваемого изъяты электронные весы и мобильный телефон. По нему мужчина передавал наркодилеру конкретное место закладки. Последнее сообщение курьер стереть не успел. Набережный Бычкова, дом Бич, раньше подъезжали лицом Турганда. Полицейские вместе с задержанным выезжают для проверки на адрес. На тот момент закладку еще не забрали. Показывайте. За это и утеплитель. Мужчина – уроженец ближнего зарубежья. Признается, тайники делал в одном микрорайоне в день по 4-5 закладок. При этом утверждает, что своего хозяина, наркодилера, якобы ни разу не видел. Ну, меня просили, звонили, я ставил и все. Куда закладывали? В какие-то места были? Сейчас зима там. Ну, там постоянно под снег и скажут, закинь куда-нибудь, чтобы можно было достать легче. Я приду. Закинул в пачки. В общей сложности у подозреваемого изъято 30 граммов героина. Сейчас злоумышленник находится под стражей. За незаконное распространение наркотиков ему грозит до 20 лет лишения свободы. Евгения Цветкова, Анастасия Гарбузова. Новости дня.